Не только бил, но и насиловал. Омские следователи завершили работу по уголовному делу в отношении 33-летнего домашнего тирана. Его обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, а теперь еще и в совершении насильственных действий сексуального характера. Скандальная история прогремела даже за пределами Омска. Напомним, в конце января, начале февраля этого года обвиняемый остался один с тремя детьми своей сожительницы. Та уехала в другой город, чтобы решить вопросы с документами. С воспитанием малышей мужчина не справился и стал срываться на них. Как выяснили правоохранители, 9-месячного мальчика он регулярно бил за плач. Рукоприкладство обернулось серьезным вредом его здоровью. Спасать ребенка пришлось медикам. За время работы следователей выяснилась еще одна жуткая деталь. В это же время обвиняемый надругался над 4-летней сестрой младенца. Уголовное дело передадут в суд. Ждать заседания мужчина будет под стражей.